Как я вам и обещал, когда мы были на уровне Кросби, у нас было 87 сделок в плюс подряд. Потом мы быстренько прошли уровень Тарасенко, 91 сделка в плюс. И вот сказал, что буду говорить, когда у нас будет уровень Грецкий, это 99 сделок в плюс. И мы вышли за доходность 7%. И мы еще будем торговать, хотя завтра выходной, да, завтра выходной, мы будем еще торговать в пятницу, и в пятницу будет, в принципе, месяц проекта. Ну, давайте, делайте ставки, будет ли 100 сделок в плюс подряд, то есть у нас тут все сделки в плюс подряд. Можете ставить копировать и не смотреть на эти две сделки, потому что это очень большой перезаход, очень большой. То есть 5.87 и 5.96 я вышел, а зашел 5.85, 5.83. То есть в этом случае 14 перезаход. Давайте посмотрим другие перезаходы. 5.63 и 5.36. То есть здесь я вообще на перезаходе взял 23 цента. То есть 23 цента. 20, что-то не умею считать, что ли. Так, давайте, точно, считать не умею, давайте. Запустим калькулятор, посмотрим, сколько я взял на перезаходе. Что-то мне с моим университетом математика никак не помогает. Так, ну-ка, 5.36, что тут? 27 центов на перезаходе, 27. То есть нельзя считать эту сделку в минус, потому что я видел, что пойдет вниз, вышел 5.63, зашел 5.36. Ну и так, смотрим статистику дальше. Только что вы убедились, что я абсолютно не умею считать. Ну и здесь понятно, 37 центов перезаход. То есть тоже я вышел по 6, чтобы перезайти 5.63. Ну а все остальные сделки, за исключением одной, у нас в плюс, то у нас 6.04, 5.96. То есть 8 центов перезаход. Ну, в принципе, можем посчитать красные сделки из 99. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сделок из 99 и все. То есть 5 сделок из 99. У нас 5 перезаходов. Есть 27 центов. Есть, сколько там, я уже забыл, на последнем 8 центов перезаход, 8 центов перезаход, 37 центов перезаход и 23. То есть где-то доллар я перезашел. То есть на вот этих вот 5 минусах где-то доллар я перезашел в среднем по 20 центов на перезаход. Поэтому нельзя эти считать сделки в минус, их нужно считать в плюс. Итак, нужно нам всем подумать, будет ли сотая сделка в плюс подряд. То есть, как бы результат. Я не буду говорить, что он хороший. Это обычный рабочий результат по стратегии, где все сделки закрываются в плюс. То есть, 100 сделок в плюс, а следующий уровень у нас будет уровень 300 спартанцев. То есть, мы здесь, наверное, уже доходность будет порядка 30-40, может и 50%. Постараемся уложиться в следующие 2 месяца, что к 1 сентябрю у нас здесь было 300 спартанцев, чтобы здесь у нас было 300 сделок в плюс. Всего доброго, спасибо за внимание.